Исаак и его мама жили одни в небольшом доме. Исаак был сам, рисовал картинки и играл со своими игрушками. Пока его мама смотрела христианские передачи по телевидению, жизнь была простой, и они оба были счастливы. Так было до того дня, пока мама Исаака не ушла, а услышала голос сверху. «Твой сын развратился грехом. Он нуждается в спасении. Я сделаю все возможное, чтобы спасти его, мой Господь», ответила мать Исаакова, ворвавшись в комнату Исаака, забирая все злое из его жизни. И снова голос воззвал к ней. Душа Исаака все еще испорчена. Он должен быть отрезан от всего зла в этом мире и исповедать свои грехи. «Я буду следовать твоим указаниям, Господь. Я верю в тебя», ответила мать Исаака, запирая Исаака в его комнате вдали от зла мира. И снова мама Исаака услышала голос Бога, взывающего к ней. «Ты сделала то, что я просил, но я все еще сомневаюсь в твоей преданности мне. Чтобы доказать свою веру, я прошу тебя еще об одном». «Да, Господь, все что угодно», взмолвилась мама. «Чтобы доказать свою любовь и преданность, мне нужна жертва. Этой жертвой будет твой сын Исаак. В качестве моего подношения иди в его комнату и что-то там сделай, чтобы доказать, что ты любишь меня больше, чем всего на свете». Что происходит? «Да, Господь», — ответила она, хватая на кухне нож. Исаак, глядя через щели в дверь, дрожал от страха. Обходя комнату в поисках укрытия, он заметил люк в подвале, спрятанный под его ковриком. Без колебаний он распахнул люк как раз в тот момент, когда его мать ворвалась в его дверь и бросился в неизвестные глубины. А никого не смущает, что у них в подвале есть комната, блядь, с решетками на стенах? Так, хорошо, собственно, привет, с вами Руслан, вы на канале ПАВ, и сегодня мы поиграем The Binding of Isaac. Репентанянянь, туды, не сюды. Короче, вот мы, собственно, в такую игрушку поиграем. Я еще... Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я сразу поменяю управление. Вот управление мне неудобно на вот эти вот стрелочки. Вот смотри. Значит, идти. Не понял. Так, стрелять вверх. Идти влево, идти вправо. Все, понял. Тогда все понял, тогда все понятно. Собственно, мы сейчас будем играть. Многие попросили меня в нее поиграть. Я, собственно, в нее играю. Как-то вот так это получается. Нажмите Tab для ежедневного испытания. Нет, вам это не нужно. Новый Завет. Новый забег, блять, я думал Новый Завет. Смотрим, что у нас есть. Каин откроется, если игрок имеет 55 пений. Что-то, короче, что-то я не пойму. Вот мне нужен мой Исаак, обычный режим, и погнали. Я как-то давно в него играл на Nintendo Switch, но это было так давно, что я, короче, да. Что я, короче, не помню ни черта. Давайте немножко разберемся, как это играется, как это вообще такое что. Внимание, достижения отключены. Чтобы включить прогресс, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Да, я это знаю, все это я знаю, умею, я не успел ничего прочитать. У нас есть комнаты, смотри. Сверху у нас какая-то страшная комната, я туда не пойду, это, наверное, какой-то очень жуткий тип. Пошли сюда. Не понял сейчас. Это что, вот эта вот игра? Это нам предстоит. Я просто не... Так, еще я, наверное... Блин, жалко, что, наверное, вы клавиатуру жестко слышите. Хотел бы я научиться... Здравствуй. А что ты ревешь, кстати, кровавыми слезами? Это, наверное, наши какие-то... Возможно, Исаак, он младенец, да? Какой-то маленький ребенок. И поэтому... И, наверное, поэтому... может, это ему мерещится, понимаете? И на самом деле ничего такого нет. Это может быть такая история, где... Он слезами или соплями кидается, тоже не могу понять. Потому что, короче, на самом деле ему мерещится, и на самом деле ничего такого нет. Видите, мы кидаемся слезами, а они кидаются кровавыми слезами. Так, здравствуй. Во-первых, дали такую штуку. Наверное, я могу что-то сломать, нет? Ага, понял. Что-то я сломал. Я только что потратил одну бомбу, которая у меня была. Ну и ладно. Так, здесь больше ничего нет, пошли. Что ты мне дашь? А, здравствуй, ты кто?
А лучше, друзья, навсегда. Спутник наносит больше урона. Так, 2 цента, 15 центов. А, так. А у меня сколько? Я хочу вот это. Я беру. А мне ничего не надо. И что я сюда пришел? Короче, я еще понял, что здесь уровни как-то рандомно генерируются, да? Денег у меня нет. Здравствуй, муха. Ой-ой-ой, за что? Взял карту, смотри. Три императрицы, пусть твои... Блядь, не успеваю, тут очень быстро, короче, взлетают эти субтитры. Что я не успеваю их прочитать. Так, здравствуйте, какашки. Здравствуйте, кто... Кто что-то насрал-то, получается? Кто-то очень сильный тут насрал. Тут, смотрите, есть какашки большие. Какашки, дети, какая какашка злая. Смотри, маленькие какульки появились. Маленькие какакульки. Так, тихо, спокойно, какашка, ты меня не переиграешь. Я с такими, как ты, каждое утро борюсь. Давай умри. Все, какая, хорош. Хорош, смотри, маленькие какакушки. Маленькие какакушки это вечерние, а большие это утренние, потому что так всегда происходит. Так, пошли. У меня есть ключ. Хрен знает от какой двери, но потом разберемся. А, короче, вот, что это я еще хотел. Говняшка, смотри. Все, какашку сломали, постоим, немножко постоим, порадуемся, поулыбаемся. Почему какашка такая довольная? Ну, блядь, там что-то страшное с черепом, я не хочу туда идти. А тут что? Тут ничего нет, смотри, еще одна какулька. Тоже пустая, нельзя ни поесть, ни поплавать в ней, ничего. Давай, может, здесь что-то есть. Смотри, тоже пустая какулька. О, монетка. Хорош, две монетки есть. Сейчас давай вернемся. Смотри, раз есть две монетки... Так, какулька пустая. Есть две монетки и одна карта какая-то. Карта, это карта-ключ. Смотри, берем вот это. Жизнь уберем. Потому что мы сейчас, видимо, с боссом будем сражаться. Наверху там что-то страшное, туда я пока не пойду. А вот к этому можно сходить. Вообще, на изи просто, на изи легко. Пойдем. Главное, тот страшный, где чуть-чуть что-то обрезано. А вот это не страшно, где череп кровавый. Так, смотри, мы будем сразу с какулей. А, какуля, а не какашка. Так, здравствуй, сразу начинаем насаживать нее. Она, видимо, серьезный оппонент. Ага, понял. Ты, видимо, серьезный враг. Какулька какого-то, какулька единорога, какулька какая. Ага, понял. Ага, ты еще теперь такая страшная стала. Ни хрена себе, сумасшедшая какушка. Насаживаем, какульки. Так, смотри, она сейчас грубая. Какулька какая злая стала, смотри. Смотри, какая она злая. Устала, бедная. Так, и довольна. Главное, что она довольна, главное... Тихо, тихо. Ага, понял. Так, все, устало, да? Сейчас, да, мы тебе немножко насадим. Давай, 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 нажимай, нажимай, нажимай. Ты что свистишь? Ты что свистишь? Не свисти, денег не будет. Не свисти, денег не будет. Ты что творишь-то? Ебанутая какая какашка. Ой, блядь, попала, смотри. Смотри, смотри, какая ебанутая какашка. Никогда в жизни не свистите этот денег. Вообще сразу прям берут, и кто-то приходит и забирает деньги. Так, сразу насажим, 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 насажим. Нет, отстань. Ой, блядь, я отвлекаюсь. Ну, это менее серьезный босс какой-то, смотри. И, ну, она очень... Ой! А, бля, залипаю, прикинь. Так, надо быстро бить какашку. Так, смотри. Ой! Какалька, какулька! Так, тихо, все, добьем. Есть, все. Фух. Так, мистер Сирушка, все, убил. Смотри, трусы нашли. Мамино белье, отлично. За нами летает, это что такое? Мы одели мамино белье, за нами дают тебе бабочки. Ну, в принципе, то что? Не, смотри, там был еще же один проход, надо было сходить. Бедный Исаак. Жалко, конечно, вам. Давай вставай, хватит плакать. Мы с тобой сейчас уничтожим всех. Давай сходим, посмотрим, что это такое вообще. Корм, на это жертвоприношение, следующая награда. Так, а ну. А кого надо жертвоприношать? Шанс на одну монету. Смотри, а я не могу сюда. Блядь. О, смотри. Монету получил. Все, супер. Не, не хочу. Я не хочу умирать. Не хочу пока умирать. Чем мы будем с вами сейчас это умирать? Зачем нам это надо? Все, убил. Готово, все? А, все, убили? Смотри, дверь, в которой мы не были. Давай туда сходим. У нас еще два ключа есть. Не, пойдем. Не знаю, что это. Ну, пойдем. Блядь, за что? О, ты кто? Блядь, все, мы умрем. А мы живы. Живы, смотри, 21 век, мир показывает всю карту уровня. Хорошо, смотри, еще что-то взял. Не понял, императрица, пусть твоя ярость... Открой глаза, смотри. Так, давай. А что такое? Нажимаю букву М, у меня звук пропадает.
Императрица в данной комнате дает плюс 2, 3, 4 скорости. Так, скорость дает, там все дает. Ладно. Бомба! Сука, ты прикинь, какая мышь, а? Гондонище. Так, дорогой дневник, сегодня я умер. Я был убит этой штукой. Где-то в подвале. Страшила плюс. Я оставляю все своему... все моему... коту Гале. Крутые штуки. Прощай, жестокий мир. Подпись Исаак. Так, хорошо, начнем сначала. Нет, сюда не хочу. Все, я понял, это жертвоприношение. Погнали. Все, мы теперь профессионалы, мы теперь знаем, что, где, куда. Ай, бля, как можно меньше получаем урона. Сейчас вот только с какахой не хотел бы мне драться. Какашки они такие, знаете. Так, вот эти с кровавыми глазами, короче, они какие-то неприятные. Они постоянно норовят меня убить. Золотая дверь? А что золотая дверь? Смотри, золотая дверь какая-то. Так, надеюсь, вам не сильно слышно клавиатуру, потому что я по ней долблю, особенно когда я дрался с каках. Так, собственно, вот, эти слезокидающие. А что ты весь в крови, малой? Егает, блин. Ты не так... А что такой жесткий-то, блин? Что ты даешь? Ай, блин, за что? Смотри, какая сучка. Смотри, какая сука. Оп. Ага, что-то взял. Смотри, сердце взял или что-то взял. Так, хорошо, взял вот это все. Золотой, идем. А, пластилиновое печенье. Каждая слеза будет иметь случайный эффект и цвет. Берем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, смотри. Довольный, смотри, довольный. Ух ты, блядь. Ага, что-то взорвал, смотри. Какой-то он довольный сильно. Ага. Ну тут ничего нет. Ничего нет, смотри, вообще. Так, внизу можно потратить бабосики, но у нас бабосиков нет. Что нам дает? Вот это что дает? А, аккумулятор. Активирует предмет, теперь имеет двойной эффект. А, активируем. А это что, мешочек? А, неизвестно, мы даем 7 центов и неизвестно, сколько нам дадут. А пошел ты в жопу. Пошел в задницу. Пошли. Здравствуйте, пауки. Блять, какие жесткие. Бля, мне так нравится вот эта штука, которую мы нашли. Я теперь не хочу умирать точно. Просто это, наверное, ну не такая она и... Тихо. Ага, берем. Она не такая и, наверное, повседневная. Она, наверное, редкая. Так, ставим. Хорошо, что взял? Съел какой-то таблетос. Что-то таблетки дали мне. О, я что-то... Скорость. Блин, я сожрал их. Я сожрал таблетос. Здравствуйте. Так, мухи. Ой, бля. Так, спокойно. Клавиатура недолго. Смотри, любимая муха какая-то там сейчас. На, огненный тебе просто. Это что? Кусок мяса вылетел. Здравствуй. Ага. Так, и случайный эффект, все. Монетку взял. Так, это, видимо, босс. Пошли. Кто у нас теперь? А, близнецы. Близнецы, спокойно. Близнецы. Ой, горят, смотри, хорош. Хорош, спокойно, вы че? Сумасшедший какой-то, блядь. Устал. Хорош, устал. Так, давай. Так, сейчас будет бегать за мной. Тихо, что это? О, господи. Я его убил? Бля, офигенно, смотри, вот эта штука. Сейчас. Это слюни все-таки, не слезы. Но он больше не плачет, смотри. Короче, как только залетает огненная... Бля, огненная не залетает. Ну, должна же огненная, да? Это уже огненные были. Короче, иногда залетают огненные. Вот, видели сейчас, да? Если залет... Мясо взял. Урон 0.3, смотри, залетает огненная, и, короче, мы просто становимся какие-то жесткие. Поэтому класс, мы убили босса, причем очень просто. Туалет, смотри. Сидит на туалете, кто-то залетел. Бля, бедный Исаак, а над ним так издевались. Я так обычно раньше издевался. Шучу, надо мной издеваться. Блять, вы кто вообще? Вы почему ходите здесь? Зеленый, синий. Ой, бля, какой-то... О, заморозка, смотри, класс, кайф, какой крутость какая, а. Пердят еще, смотри, какие мерзкие, а. А ну, подошел. Пердун подошел. Ключ еще, смотри, есть один. Так, отлично. Здесь что, жертвоприношение? Блять, урон. Бля, боюсь, бомба сейчас будет. А, нет. Мотыльки. И опять урон, да? Сучара. Ладно, ничего, у нас 3 сердца. Так, здесь ничего. Не, пошли вниз. Идем сюда, мы сейчас непобедимы. Это кто? Так, давай огненную разок в него запиндюрим. Подожди, а его надо бить вообще? Он злой? Так он вроде не злой.
Ну ладно, придется его убить. Тут нет морального выбора. Ой, ба, блядь, он теперь он вообще злой. Смотри, какой он жесткий у нас Исаак, такой прям так. О, блядь, вы кто? Вы еще? Ой-ой-ой. Так, наверное, надо сконцентрироваться на мелких. Ага, понял. Понял, все. Мелких, потому что они больше всего мешают. Они просто менее всего. Так, тихо. Ага, есть. А, блядь, а что он возродился? А, и если их, наверное... Ай, ты. Есть. Есть, смотри, остался. Ага, есть. Блять. Убил. Бомба, тихо. Бомба ебнутая, хорошо. Все, монет взял. Монет взял на 4 монет. Надо будет сходить и что-нибудь купить хотя бы. Жизни, наверное. Так, заходим. Так, идем наверх. Что это такое? Ёперный балет. Пиздец. Это вообще жестко, на самом деле. Оп. Писец. Это вообще жестко. На самом деле, это очень... Оп. Они просто появляются так... Так. Есть, одна есть. Так, есть. Вторая есть. Тихо. Так, где появится? Ага, понял. А что ты плюешься вообще в меня, блядь? Я тебе ничего плохого не сделал, нет! Попал, смотри. Но это лох. Как... Ой, все, я сейчас умру. Я сейчас умру 100%. Мне нужны сердца. Мне нужны срочно сердца. У нас откроется магаз. Это или это не магаз какой-то? Так, все, спокойно. Спокойно. Главное, червяков. А что, улитка как? Тихо. Где он появился? Ага, смотри, сколько осталось. Есть еще минус один. Вот этот какой-то стрёмный. Какой-то непонятный хуй. Где он? Прикинь, какая мышь, сука. Так жалко, у нас такая классная штука была. Ну ладно. Дорогой дневник, сегодня я умер, я был убит этой штукой. А моему коту... Ага, я понял. Крутые штуки. Ага, мясо и там что-то еще. Ладно, идем. Обычно идем налево, давай пойдем вниз. Ой, бля. Не, без вот этой штуки будет сейчас очень сложно. Она, не знаю, наносят ли они столько же урона, но то, что они пердят, это явно. Да хватит пердеть, это ты, если бы взрослый был, перделся. Что это? Синяя жизнь. Хорошо, пойдем направо. Блядь, вы заманали. Че вы ноете все? Че ты ноешь? Мозг. Ой, хорошо. Ой, хорошо, нет, не пердите. Мухи, спокойно. Это вообще какая-то мама-муха. Блядь, смотри, живучие какие, если у нас нет этой штуки. Которая стреляет различно. Так, ключ есть, супер, шик, блеск. А денег нет, все, пойдем наверх. Блядь, это жесткий. Тихо, оп, оп. Бля, смотри, они очень жестко стреляют, я вам скажу. Ага, убил. Так, ну, о, есть. Бля, все, мы в засаде. Мы попались, амек, смотри. Никогда... Оп, есть, ага. Никогда не говори, что мы попались, потому что мы непобедимы. Так, убираем сначала вот этих. Фух, а сколько мы просрали? Так, есть. А ты сейчас умрешь от одной же, да? Супер. Бомба, тихо. А, бомбу можно взять. Оки-чпоки. Так, идем. Здесь мы были? Ёба. Сука, эти мухи, блядские. Тихо, спокойно. Ага, все, убил. Смотри, убил. Ага, еще убил. Так, тихо. Хорошо взял. Это, видимо, босс, да? Ну, на босса эти... А, пойдем на босса сходим. Близнецы. Сейчас посмотрим, как мы быстро убьем близнецов без вот этой нашей штуки. Так, вот этот псих какой-то вообще ебнутый. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тихо. Малой-малой-малой-малой. Ай, за что, блядь? За что? Ой-ой-ой. А что, он плюется, ну и что? Плюсь, сколько тебе влезет. А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, близнецы, мне вас жалко, конечно, но я просто ничего не могу с этим поделать. Мне приходится вас убивать. Не, на самом деле, намного дольше мы сейчас с ними сражаемся. Огненный прям хорошо залетает против него. Так, хорошо, идем. Ага, убил. О, ну, наверное, раз попадет, и мы умрем, да? Ай-яй-яй. Он вообще через предметы летает. Бля, смотри, жесткий какой. Не пройдешь. Как Гэндальф говорил, завещал, ты не пройдешь. Ах ты, ёпты. Дамблдор, Гэндальф, кто-то там. Берем сердца. Шприц. Ну, это слишком рано еще, наверное, пользоваться шприцом. Погнал. А это что? Это что? Ага, понял, босс. Так, пошли. А что не... Ага, все, залетел. А то я смотрю, что-то не можем зайти. Так, собственно, наш проклятый второй этаж. Держи цветы. А, этот снял ему штаны, ага, посмеялась.
Писюлька там, ну и что? Ну, маленькая писюлька. Ну и что такого? Не нравится, просто не смотри, придурочно. Так, ставим вот так. Ставим вот так. Не-не, вот так. Давай! Давай, хорош! Ага, проперделся. А вот это вообще добрый пацан, он ничем особо не стреляет. Так, хорошо, долби. Е, все. Мешок денег, смотри, взяли. Ой-ой-ой, деньги. А что я хочу взять? А я хочу взять, почему не могу? Блять, какой злой он, посмотри на него. Блять, он злой. Там наверху что-то есть. Так, хорошо, берем. Денег. Еще урон нанес, пиздец. Урона много получили. Урона много, но также много денег. Нам нужно найти какую-нибудь... Так, понял, черви. Ненавижу черви. Пиздец. Все, мы умрем сейчас. Здесь особо не разгаляешься. Оп, убил. Убил, смотри, всех червей помотал, просто размотал. Так, идем. Монета. Есть. Какульки. Какульки, дайте жизнь, пожалуйста. Какушки, какашняшки, дайте жизнь. Не дают, падла. Магазин. Вот нам нужно дожить там... Ох ты, ёбаный рот. Одноглазая хуйня. Так, Исаак, спокойно. О, они же стрелять, я забываю, блядь, что они умеют. Мы не умрем, мы не умрем. Бомба нет. Хитрая, сука, бомба вот эта. Так, идем. Открыли ключ. Блядь, сердца нет. Так, за 5. Что-то можно взять. А, не можем ничего взять. Здорово, малой. Не можем ничего взять. Это проблема. Это, кстати, проблема. Так, у нас пол сердца. О, этот, кстати, нормальный же, да? Но он такой, не сильно, я вам скажу, что прям пиздец сложный. А с огненными, конечно, было намного полегче, со всякими вот этими штуками. Он просто летает, особо он нас не трогает. Его фишка в том, что его в какой-то момент становится очень много. Вот, типа, вот как сейчас, да? Его сейчас уже 2, и уже как-то, знаете, надо просто сконцентрироваться на одном и долбить его. А, вау. Сейчас, правда, разок попадут, и мы умрем. В чем прикол? Не понял. Страшило плюс. Да это бред. Так, сверху какая-то библиотека. Что это? Открой библиотеку. А, не могу. Ладно, пошли налево. Здорово, пацаны. Сука. Так, держи. Бля, не попал. Почему они своим же урон не наносят? Бля, срезать закидывает. А, можно закидывать сопли. Слюни. Бля, просто у него, короче... Сука. А это, смотри, сонный. А так далеко он не может, что ли? Лох паршивый. Ты, бля, лох паршивый. Все, смотри, открывай уже двери, давай мне карту. Что дает? Да, вызови твоя сила ярость. Счет 650. Так, смотри, а как использовать супер? Я использовал. Это я в ярости? Или я плачу? Не пойму. Бля, ебать вас много. Не, смотри, спокойно разбираемся, спокойно их разматываем. Что-то я открыл карту очень большую. Ярость хочу. Где моя ярость? Так, малые, привет. Ах ты, блядь. Смотри, как мы хорошо идем. Смотри, как хорошо идем, но это, по-моему, первый этаж, да? Все, идем. Здравствуй. Ух ты, кто такой, блядь, вообще? Это что это такое, блядь? Ну, это пердежник. Это же обычный пердежник, просто пердежник. Ага. Хорошо. Так, Исаак, спокойно, мы с тобой... Интересно, тут можно пройти всю игру и, типа, выбраться отсюда? Это интересно, это классно. Узнать бы. Так, все, спокойно, все, отходим. Как пулемет, не отходим. Все. Отходим. Берем еще. У нас очень много гранат. Гранат, блядь, бомб. Так, муха-цикатуха. Смотри, она пьет крови. Так, есть босс, но у нас нечем с ним драться особо. Что-то я не пойму, вот это что наверху? Или вот здесь это наверху? А ну. А, вот здесь. Что это такое? О, сундук, смотри. Ага. Какая-то супер нано ультра. 8 монет. Можно сходить в магаз какой-нибудь? Здравствуйте, кокульки. Ой, блядь. У нас нет одного ключа, пиздец. Ой, я не хотел.
Так, есть. Ага. О, смотри, как раз магаз. Все, сходим сюда, потом пойдем на босса. Так, есть. Пиздюк умер. Я не пойму, это мошоночка или что это такое, блядь. Оп, есть. Так, берем вот это, берем вот это. А, все, да, все мертвы. А, нет, смотри, ты, пиздюк, живой. Ух ты, блядь, живой какой, смотри. Еще ж прям живее живых. А, пойдем сюда сначала. У нас 9 монет. Дай мне что-нибудь нормальное. Блядь, ничего нет. Вот что это такое? Убивает вас при использовании... используя на сатане. Полет в пределах комнаты моментально убивает маму и сердце мамы. Моментально... И сердце мамы. Серафим. Книжный червь. Библия. А вот Библия, я понял. Ладно, я вообще не понимаю, что это такое. Ладно, магазин говно. Магазин говно, поменять просто свой ассортимент. Вообще непонятно. Что у вас здесь есть? Паук. Укус паука, эффект замедления. Ебать. Видишь, как будто у тебя колпак на голове. Так, пошли наверх. Ключа у нас нет, все, пойдем. Все, идем на босса. О, смотри, иногда какие-то другие пузыри теперь. Прикол. Сейчас посмотрим на боссе, я думаю. И потом уже с вами, собственно, я думаю, будем заканчивать на сегодня. Так, сердце, полсердца, хорошо. Полсердца, кайф. Какие-то новые пузыри, не пойму какие, но сейчас посмотрим. Говняшка, мы с тобой виделись уже, какуль. Какульчики. Какульчик, здорово. Но ты какая-то немножко неадекватна. Ага, дает эффект какой-то... Ой, бля. Эффект какой-то, ой, бля. Так, тихо. Ну ты ёбнутая. Ты ёбнутая какашка. Бля, говняшек про этих говняшек забываю. Бля, смотри, вот забываю. Ну забываю, что могу поделать. Так. Оп. Я, короче, как я понял, наш главный... Это замедление. Замедление. Наш главный враг — это мама. Собственно, да, такое бывает. Такое бывает в жизни. Мама иногда вот бывает врагом. Ага, убил. Пиздюк. Есть сердце? Сердца нет. Смотри, говняшки, я тебе всех твоих говняшек поубью. Ай, бля. Смотри, сука. Монета есть. Ты пошел в жопу. Пиздюки как... Бля, смотри, как я проебаю, а. Ой! Ой-ой-ой. Мы обязаны ее убить. Мы обязаны убить эту говняшку. Маленькие говнульки ушли. Так, спокойно. Детки-говняшки ушли. Что она делает? Насирает, смотри. Насирает, смотри, какая. Как может говно насрать говно? Виснит никто. Так, спокойно. Убить ее. Главная задача — убить говняшку. Я бы ее приручил, конечно, но... Тихо. Все, минус говно. Еду взял. Мясо плюс урон 3. Блядь, зачем я поставил? Поставил я. Так, перепрыгиваю на второй этаж. Минус второй или второй? А, раз, два, три, четыре, пять. А тут всего 6, да? И там, наверное, дальше очень жестко будет. Всего 6, и мне кажется просто, но оказывается нет. Мы второй подвал не можем пройти. Собственно, как-то так. Думаю, на сегодня уже достаточно как раз поиграть в Исака. Если вам понравится, конечно же, мы продолжим и будем с вами играть и проходить ее до конца. Ну, а на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. С вами был Руслан. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.